В Верхнеуслонском районе Татарстана разбился вертолет Bell-407, сообщила в понедельник пресс-служба региональных аварийных служб 6 ноября в 8 часов 9 минут по московскому времени выяснилось, что вертолет разбился возле Ассоциации садоводов Красного Пахара в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан. По прибытии было установлено, что вертолет Bell-407, принадлежащий Акбарсайро, разбился, сказали в пресс-службе, как сообщалось ранее. Следователи Волжского научно-исследовательского управления Российского следственного комитета были отправлены на место происшествия для расследования обстоятельств аварии. Пилот вертолета Bell-407 погиб в результате аварии, сообщил пресс-секретарь филиала Татарстана МЧС России Андрей Радыгин. По прибытии оперативной группы было установлено, что вертолет Bell-407 разбился, к сожалению, летчик мертв.